Всем здорово! Вот в этом видосе мы спросили у вас, о чем нам снять следующий видос. Большинство из вас выбрало деку Iconoclast EVO 2, про нее сегодня расскажем. В этом году доступно три размера доски: 520 мм, 550 и 580. На момент выхода этого видео у нас, к сожалению, будет только 520, но скоро приедут другие. Итак, что мы имеем? Три длины, одна ширина 125 мм. Этик позиционирует эту деку как универсальную. Она, кстати, создана на базе деки Этик Pandemonium, поэтому она очень легкая, но об этом я скажу вам в конце. Что прикольного? Конкейв. Дека вогнута для того, чтобы она была более контрольной. На краях верхней платформы есть такие вот бортики. Это сделано для того, чтобы вы, когда делаете вращение, приземляетесь на деку, не портили свою шкурку, не делали так, чтобы она отклеивалась. Прикольное решение, интересное. Так называемый грипсейвер. Снизу дека плоская, имеет две ярко выраженные рельсы и клевую гравировку. Лазером, между прочим. Шея, как и на Pandemonium, единое целое со стаканом. Это одна деталь, кованая, очень прочная и при этом очень легкая. Блант является частью шеи, и он не очень удобной формы, поэтому скользить на этой части будет тяжеловато. Несмотря на то, что дека не квадратная, она подойдет для катания в стриту. Об этом свидетельствует, кстати, еще 12-миллиметровая ось. Это значит, что сюда можно поставить колеса 12-го стандарта шириной 30 мм. Тормоз, кстати, тоже заточен под колеса 12-го стандарта широкие. Традиционно для этих он крепится одним болтом снизу деки. Тормоз пластиковый с стальным сердечником, что делает его легким. В комплекте к деке идут две проставки для того, чтобы вы смогли установить сюда колеса 24 мм. Что нас очень удивило, в комплекте нет оси под эти проставки, но ее можно легко купить у нас в магазине. Мы за вас все посчитали, вам подойдет ось М8 80 мм в длину. По сравнению с предыдущей версией, эта дека стала прочнее на 20%, ну так уверяет Этик. При этом это совершенно не отразилось на ее весе. Самая короткая версия, 52-я, весит 1280 граммов. 55-я доска весит 1320 граммов. И самая большая, 580-я, весит 1370 граммов. Сейчас мы вам покажем крупным планом, как поставить на эту деку ось 8 мм. Так на этой деке выглядят колеса 12-го стандарта. Для того, чтобы поставить колеса 24 мм, нужно сначала выкрутить ось. Снимаем колесо, вместе с ним убираем ось и проставки. Берем проставки из комплекта, они состоят из двух частей. Маленькую часть нужно надеть с внешней стороны, вот так. Большую часть устанавливаем с внутренней стороны. Проставки входят друг в друга и вот так фиксируются. Со второй стороны делаем точно так же. Так на этой деке выглядят колеса 24 мм. Уже традиционно для этих доска доступна только в двух цветах. Это такой вот полированный и черный анодированный. Как нам кажется, у этих получилась отличная универсальная доска. Прочная и при этом легкая. Если вы фанат квадратных дропов, покупайте себе Пандору. Если вы не любите квадратные дропы или катаетесь с пегами, покупайте себе Iconoclast EVO V2. Но самое главное, что в этом году эта доска продается по очень приятной цене. В описании к этому видео можно перейти по ссылке и посмотреть. А в комментарии вы найдете промокод, с которым купите эту доску еще дешевле.
Ставь вместо сердечка класс, подписывайся на наш канал, ставь колокольчик обязательно, иначе пропустишь следующий видос про самокаты Urban Art. А я желаю тебе хорошей недели и пока.